Ведущие спортсмены области регулярно выкладывают свои видеотренировки в условиях самоизоляции. Ознакомиться с ними может любой желающий. Материалы размещаются на официальных ресурсах в социальных сетях регионального министерства физической культуры и спорта. Своими самостоятельными занятиями делятся действующие спортсмены и тренеры. Упражнения на гибкость и растяжку выполняет мастер спорта по фигурному катанию Валерия Шульская. Силовую тренировку предлагает своим воспитанникам, боксерам, тренер школы Олимпийского резерва Елена Лутовинова. Видеоинструкции для себя могут найти волейболисты и хоккеисты, легкоатлеты и борцы, представители любых других видов спорта. Ведь польза от таких занятий очевидна. Они помогут поддержать физическую форму.